14 ноября 17 год, Харьков, 14:00 по Киеву. Специально крюк с работы сделал, дабы зафиксировать температуру. 15 градусов 14 ноября в обед. Даты нет, да? Сейчас дата вон там есть. 13:59. Это что ж такое? Вот, 14:11. 14 ноября 2017 года в Харькове. Вот наши танчики Mark V и Т-34. Но плюс 15 – это абсолютный рекорд. То есть два рекорда сейчас до нынешнего дня были такие температурные. В 1908 году было в этот день минус 22,6. А плюс максимальный был в 1977 году, и было тогда 11 градусов тепла, а сейчас 15. Скрипач на крыше. Специально подошел именно сюда, потому как градусник этот известный харьковский, он, температурные датчики его устанавливали от института. То есть ошибка здесь в полградуса, о, уже упала на 1 градус, да? Ну, в полградуса, в полградус разница датчики. Датчики Даллас так называемые. Температурные. Ну, в общем, богат 2017 год оказался на температурные погодные аномалии. Началось все с того, что... Еще что можно показать. Началось с того, что 30 марта была первая гроза с молниями. Не помню такого за всю свою жизнь. Грозы. В марте месяце. Потом 19 апреля прошел снегопад. И не снежок, а именно натуральный снегопад, поваливший многие деревья, потому как абрикосы уже зацвели. Наверное, в конце видео поставлю видео со всеми этими аномалиями, которые снял за этот год. Повалило много деревьев снегом. Минус 6 была температура 20 апреля с утречка. Потом первый снег, и опять же не снежок, а снегопад, был 26 октября, вот давеч. 26 октября завалило снегом вполне себе прилично, со снеговиками и тому подобное. И вот 12 ноября уже после снегопада, 2 дня назад, была гроза. Именно гроза с молниями тоже получилось снять. Пусть не так зрелищно, как летом грозы происходят, но тем не менее, ноябрьская гроза — это нечто. Харьков на 50-й параллели северной широты. Никакие это не субтропики. И вот теперь у нас плюс 15 в середине ноября. Там у нас казак Харьков, нет, не Харьков отставить, это Серко, атаман Серко, недавно установленный памятник.
лады. Ну, падает температура уже, ну, 15 градусов зафиксировал. 4, наверное, даже и больше было. Надо будет потом посмотреть, какого максимума сегодня достигал. 12 часов, наверное, потеплее еще было. Я выходил из дома, было плюс 17 у меня на градуснике, но, конечно, градусник спиртовой. И половину из этого спирта, если не выпили, то испарили погодные условия. 14 ноября, 17 год, Харьков.